Многофункциональные центры стали появляться в нашей стране с 2007 года. Они работают по принципу одного окна, где в одном месте можно получить сразу множество государственных услуг. За это время свои МФЦ появились не только в республиканских и областных, но практически во всех районных центрах России. Не зарастет туда народная тропа, не переводятся в МФЦ посетители. А насколько хорошо их там встречают и обслуживают, ответит особенная комиссия, созданная для оценки работы сотрудников многофункциональных центров Карачаево-Черкесии. Для специалистов ничего нового. Это все вопросы, которые касаются непосредственно организации деятельности многофункциональных центров, а также непосредственно услуг, сроки оказания услуг, государственной пошлины, непосредственно то, чем руководствуются наши специалисты. Многофункциональный центр города Усть-Жегута в списке аттестационной комиссии уже пятый по счету. Все сотрудники МФЦ должны ответить на их вопросы, по сути, в экзаменационной форме. Асия Чумаева из числа тех специалистов, кто с легкостью прошел аттестацию и подтвердил свою высокую квалификацию. При работе с человеком, то есть с гражданином, независимо знать не только профессионально свою деятельность, но и в том числе с психологической стороны это тоже имеет не менее важный фактор – найти общий язык с заявителем. По результатам аттестации будет составлен план по улучшению подбора, обучения и расстановки кадров для МФЦ, а также повышение качества и эффективности работы многофункциональных центров. Ринат Ибрагимов, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.